Всем привет от канала Мух ТВ. У нас сегодня 5 августа 2016 года. Я после работы решил заехать в автосалон Volkswagen. Так, посмотреть цены, в принципе, сделать небольшой обзорчик на автомобили, которые у нас здесь продаются. Вот. Во-первых, вечером что удобно, в принципе, то же самое, что и днем снимаешь, и никто к тебе не подходит, никому ты не нужен. Все уже закрыто. Если какие-то вопросы возникают, то, конечно, можно днем приехать. Ну вот, Volkswagen Жук. Стоит он 21 тысячу 15 долларов 2016 года. Вот, 25 миль на галлон. И 35 по городу и 34 по хайвею. Вот такой матерчатый. В принципе, такие диски интересные. Такого синего цвета видно, в принципе, все. Сзади такой, как он называется-то, не подкрылок, по-моему, что ли. В общем, турбо. 1.8 турбо движок. Так он выглядит. О, все, сори. Так он выглядит со стороны. В принципе, симпатичная машина. По цене она получается так же, как и у мой Сион. Вот. Что у нас здесь есть? Такое сиденье светлое. Приборка. Тоже какой-то табло, наверное. Музыку там все это дело. Вот. Это у нас стоит GT. GT-шка, четырехдверка. Так она выглядит сбоку. Диски симпатичные. Такая вот GT-шка. Черного цвета. И стоит такая GT-шка 35 765. Ну и тоже, в принципе, 25 33, 2016 год. Как я уже говорил, у них сейчас нету машин с дизельным движком. Они до следующего года у них этих машин не будет. Вот я думаю, что, конечно, если бы симпатично смотрится тоже. В принципе, такой небольшой хэтчбэк. Диски мне нравятся. Красивые диски. Ну вот так. Внутри. Сидушки кожаные сидушки. Вот что еще вам показать, Джета, давайте Джета посмотрим. Белый цвет красивый. Это у нас Джета. И стоит такая Джета 26 965 долларов.
25-36 тоже. Как бы немецкие машины, они в салоне, в принципе, особо как бы не отличаются друг от друга. То есть в основном черная кожа, если салон кожаный. Но это если, конечно, брать только Volkswagen. Я про Volkswagen сейчас говорю. Потому что вчера я, конечно, снимал Porsche. Porsche это, конечно, вообще красная кожа. Это супер, конечно, выглядит. Но и цена такая, что на эту машину потом молиться надо будет. Так она симпатично выглядит. Белый люк есть. Вот. Вот они здесь ставятся, машины, в принципе. То есть любая машина, которая интересна, можно подойти и посмотреть. Вот. А вон там есть эти бэушные машины, которые в трейд-ин сданы. Там есть вот бэхи несколько штук. Вот. Вот, кстати, на бэхи кто-то приехал. То есть вон Volkswagen стоит бэушный. Кстати, беру свои слова обратно, вот есть и со светлым салоном Volkswagen. Ну, уж продается. Да, продается. Люди приехали тоже посмотреть. Кстати, можно тогда. Вот 3,5 тысяч. Можно тогда и посмотреть Volkswagen 2013 года. То же самое, что, в принципе, мы сейчас с вами смотрели. Он стоит 20 тысяч. Вот тут Carfax. То, что Carfax, это можно по ВИНу автомобиля проверить ее историю. Это look nice. Ну, you can go. Там просто люди, как раз, которые приехали, они приехали смотреть вот этот Volkswagen. И отошел в сторону, чтобы им не мешать. Здесь Nissan есть. Toyota 15 тысяч. Nissan 16 тысяч. Honda 18 тысяч 2012 года. Так, вам для что подойти? Чтобы вы сами видели, какие машины. 14 год. 14-й. Вот Chrysler этого года за 18 тысяч. Mustang 15 тысяч, 11 год. Красивый цвет. Mustang, не знаю. По-моему, какого бы года ни был Mustang, само название, оно говорит за себя. Mustang, он и в Африке Mustang. 11-й год. Ford. Тут тоже Volkswagen. Тут я видел, пару бэшек стояло. Вот я хочу к ним подойти сейчас и посмотреть бэшки. Вот тут вот Ford. 24-16 года. Вот Hyundai 21,5. Nissan 20. Kia 17,5 2012 года. И Honda
11 год, 16 тысяч. Dodge 20,5. Jeep 21,5. Тут попадает лампа. А, вот X5 стоит. Красного цвета. Кожаный. Кожаный такой кремового цвета. Я люблю такой кремовый цвет. Американские BMW-шки, которые делают здесь в Америке, они немножко отличаются от немецких. Я в России доводилось немножко поездить на 20 тысяч стоит. Поездить на американская сборка. Вот. И там приборка немножко другая. Дизельный автомобиль. Так, красного цвета. Ну, Бэха тоже. Че не говори. Бэха, она и в Африке Бэха. Но если она 20 тысяч, все-таки, наверное, мне кажется, она, не знаю, как-то отталкивает то, что она, наверное, дорогая в обслуживании. Вот это, наверное, многих людей отталкивает. Что у нас еще есть? Вот здесь джипы. Рэнглер. Давайте посмотрим, сколько Рэнглер будет стоить. Красного цвета. $33 000 такой Рэнглер стоит. Слушайте, что мне в этой машине нравится, я вам честно скажу, это вот крылья. То есть вот крылья, вот сама машина мне вообще нравится. Вот просто вот то, что защита, крылья защищают кузов. Вот это все мне нравится. Но одна вещь мне в этой машине точно нравится. Мне нравится, я не люблю такие дворники. Я их ненавижу. Эти дворники, они мне сразу у вас напоминают. Вот это то, что мне не нравится в этой машине. И я не думаю, что в скором будущем что-то поменяется в этих щетках. А так машина, конечно, суперская. То есть американцы ее любят. Любят за то, что двери тут снимаются. То есть сейчас летом очень многие снимают вот эти двери, крышу снимают и ездят как на кабриолете. То есть я так поймал себя на мысли, что, по-моему, только вот Jeep Wrangler имеет такую возможность снимать крышу. То есть, съемная крыша. А остальные все, джипы всякие, вот GMC, да, там, у них не снимается крыша. То есть вот этот джип Wrangler, единственный автомобиль, по-моему, я, может быть, ошибаюсь, но вроде бы так, у которого снимается крыша и который вообще может просто трансформироваться. То есть снимаются все эти двери, задняя тоже это снимается часть. И машина просто, то есть для удовольствия. Люди, американцы здесь ездят, они просто на этой машине, даже несмотря на то, что она стоит 33 тысячи, а вон там стоят новые джипы. Да, но я туда не пойду сегодня. Вот. Они получают удовольствие от этого автомобиля. Вот стоит Chevrolet Silverado. Стоит $42 500. Поедатель бензина. Если эта машина не дизельная, она, конечно, круто выглядит. Но там 8-цилиндровый движок. 5,7 литров. Вот прокормить такой автомобиль, если вам нужно только, водителю нужно только сесть дома, около дома, сесть в машину, потом поехать на работу и все, то есть, в принципе, никаких больше делов не нужно делать, ни охоты, ничего, ни рыбалки, то, по-моему, это будет просто трата денег и больше ничего. Да, можно, конечно, удовольствие получить,
ездя на такой на таком автомобиле, все зависит от количества купюр в кошельке покупателя. Вот 2014 года 37 500, то есть в принципе дешевле только на 5000. Двухлетка автомобиль. Поэтому, да, кожаный салон, такая приборка здоровая. Ну, как называется, 4 двери. Защищенный кузов, кстати, вот этот вот пластик, который вы сейчас видите, он защищает сам кузов. В принципе, это хорошо, потому что вот в той машине, видите, я если бы брал, то есть вот из этих двух, я бы взял вот эту. Потому что, не только потому, что она дешевая, что она двухгодка, но что вот у нее кузов защищен. И вон даже есть реклама компании, которая делала это. Это тоже не дешевое удовольствие. А здесь, видите, нету такой защиты. То есть чисто металл. То есть любая царапин там будете класть, что-то грузить, что-то поцарапаете и все. А здесь и все на себя как бы пластик примет. Вот сзади окошечки такие. Кстати, видите, вот здесь есть окошки. Вот это вот посередине. А здесь и нету. То есть кабины разные тоже. Вот. Ну, такие два Сильверадо. Вот. Что еще там показать? Что еще показать? Очень много машин. Ну, вот давайте посмотрим, сколько стоит Dodge. Я все время путаю, какой Dodge, Challenger или Charger. Сейчас посмотрим. О, что-то у него колесо пробито. Красавец, конечно, автомобиль. Может быть, специально подспустили, чтобы не угнали, что ли? Challenger. Dodge Challenger. Такой у него видок. Как хищник какой-то. Еще цвет такой мокрый асфальт. Кожаный салон. Я не думаю, что сзади там есть, конечно, место, но не думаю, что там много места, чтобы можно было спокойно сидеть. Багажник, да, может быть большой. А, стоп, это чья-то машина. Поэтому мы не будем ее снимать. Я думаю, это машина на продажу. А тут номер, машина с номерами стоит. Я не понимаю, почему. Вот стоит новый Dodge. 1500. Вон, видите, даже пленки еще. Пойдемте посмотрим. Здесь тоже, видите, нету защита, то есть металл, что не есть, опять же, хорошо. Стоит такой автомобиль 60 тысяч миль без прайс. Так, сейчас получается 40. Вот это цена 4960. Получается, что это цена. Кстати, машина что, открыта, что ли? О, счастье, в коробочке. Вот, машина открыта даже. Такой запах. Запах, ну, нового автомобиля. Тут, видите, сзади есть сидушки, и можно спокойно сесть. То есть, ну, четверо, пятеро человек спокойно смогут лезть вот здесь вот.
такой здоровый, как бы тумбочка. Открывается здесь ящичек, я извиняюсь, здесь света походу нету. Ну да, откуда здесь это? Приборка такая. Я с той стороны не смогу залезть, там машина стоит очень близко. Поэтому я попробую все, в принципе, вам показать отсюда. Вот. Места, конечно, здесь очень много. Бигхорн. Здесь вот. Сейчас система там кондиционирования, все такое. А коробка передач, вот она. То есть переключать передачу вот здесь вот. Очень много подстаканников всяких. Вот такой автомобиль, он хорош, если он, опять же, дизельный. То есть, если у него он дизель, а это автомобиль у нас, по ходу дела, газолинэтанол. То есть, его заправляют этанолом, точнее, получается, что... Давай, что ты фокусируйся. Вот, наверное, так. Что экономия будет на бензине. Бензин дешевый. Бензин будет стоить доллар с чем-то. И вот, видите, 16 по городу, 23 по хайвею. 5,3 галлона на 100 миль. 100 миль я неправильно сказал вчера, когда снимал видео. Я сказал, что... 5,3 галлона на типа 12 литров на 100 миль, на 100 километров, не на 100 километров, а на 160 километров. 100 миль — это 160 километров. То есть получается 5,3 галлона на 160 километров. Ну это почти что 20 литров на 100 километров, на 160 километров пойдет. Где-то так. А, price, total price 45,210. Вот. Да, конечно, огромный автомобиль. Такой вид у него спереди. Вот. Вот есть Dodge Challenger. Dodge Challenger у нас по цене 34 тысячи, ну 35 тысяч. Он что, тоже открытый? Да, он тоже открытый. Матерчатый материал такой, впереди большой этот экран. Во, вспомнил, конечно, табло хотел, экран. Вот, коробка передач. Сзади очень много пространства. Можете брать внимание. Тоже такой, пахнет вкусно. Вкусно. Ну, пахнет новой машиной. Здесь все приборки. Полицейские любят на таких машинах ездить. Все труперы, они все вот ездят на таких автомобилях. Сзади очень много пространства. Очень много места. И сзади пассажиры могут будут чувствовать себя абсолютно. Вот я сел, то есть по высоте как бы мне хватает. И вот так вот тоже. Много места. Для семьи, в принципе, такой автомобиль хорош. Вот белого цвета. Не знаю, багажник, наверное, изнутри открывается. Тоже красивая машина. Говорю еще раз, полицейские люди на таких ездят. Не знаю, чем они им пригодились. Точнее, не пригодились, а чем они им понравились. Вот. Так. А здесь, наверное, какие-то машины на ремонте. То есть машины, которые с номерами, они на ремонте. Вот. Минивенчик вот. Свежий трейд-ин. Был сделан 1 августа 2016 года. ВИН, видите, написано. Пробег 97 934
такой автомобиль можно... 2004 года автомобиль. Вот такой же Челленджер стоит. Только красного цвета. И у него, кстати, он закрытый, наверное, или открытый? Нет, закрытый. У него кожаный салон. Видите, красный с черным. Эта модель, конечно, покруче будет выглядеть. Люк есть. То есть, такое... Это симпатичная модель будет. Сейчас посмотрю, сколько она будет стоить. А, тут нет цены. Вот. Ну, в общем, много таких автомобилей стоят. Сатурн, который в Европе является Опелем. Здесь он называется Сатурн. Он откручен. Ну, в принципе, тоже такой же автомобиль, как уже делали обзор, только красного цвета. То есть разные цвета у них есть. Интересно, они машины даже не закрывают на ночь. Ну, потому что, наверное, скорее всего, здесь видеокамеры везде стоят. И все это дело прослеживается. У меня ж, наверное, тут смотрит, что я... В общем, 34 тысячи стоит Charger. Ну, конечно, движок у него, наверное, 5,7 какой-нибудь. Тоже 5,3. На 100... Сейчас... Колеса, да, 5,7 литров движок. Не хочет фокусироваться, но в общем 5,7 литров V8 Хэми движок. У нас парень один такой на работе ездит на таком, на белом. Я говорю, это, конечно, прикольно, но от заправки до заправки ездить. Он такой, ну да, от заправки до заправки получается. Вот черный есть. Вот видите, тоже RAM 1500. 1500 это нагрузка, которую машина может, как бы, груз. То есть не больше 1500 можно нагрузить в эту машину. Больше она просто не потянет. А, тут у них совместный этот. Я думаю, что это Volkswagen, вдруг эти американские машины. А оказывается, тут просто рядышком они, Бахтер называется. Поэтому, может быть, машина и открыта еще. Bighorn. Тоже видите, кузов не покрыт, не защищен. Вот американцы любят такие автомобили. Не знаю, чем, конечно, они прям так притягивают. Оп, закрыт. Вот. Dodge Durango. Новая модель. Вот Jeep Cherokee. Сейчас, давай, ладно, Durango сначала. Раз уже пошли. Вот Durango. Durango стоит 40 590 долларов. Ну, 18-25 расход. Вот так выглядит внутри. Кожаный салон, да, тоже. И Jeep Cherokee, наверное, последняя машина, которую посмотрим, потому что уже... Cherokee стоит 35 785. 18-25, ну как SUV все. Вот такой салон.
Ну что, такой небольшой обзор. Надеюсь, вам понравилось. Вот. Где там моя машина стоит? Вот эти машины, да, они на ремонт стоят, поэтому они с номерами. А я начал снимать их. Жук, кабриолет поехал. Да, жуки, кабриолет, это, конечно, прикольно. Автомобиль, конечно, прикольный. Че, ладно. Это был салон Volkswagen. Volkswagen и половину я показал Dodge. Конечно, жалко, что нету Volkswagen сейчас дизелей. Потому что они, конечно, востребованы для людей, которые очень много передвигаются, которым нужна такой автомобиль, который прочный, ну, хорошо работающий движок и по экономии, чтобы хорошо получалось. Ладно, поедем мы домой. Ну, кстати, Mazda бушная. Кстати, вчера я показывал, сколько новый стоит. Сейчас покажу, сколько стоит бушный автомобиль 2013 года. 28 тысяч он стоит. В принципе, немного он потерял. 3 года. А это у нас что за Mazda? Mazda 27. А, девятка. Она где-то 46 тысяч стоит. То есть где-то 19 тысяч за 3 года она потеряла. Вот. Ладно, всем пока. Я поехал домой.